С наступлением холодов местная детвора не ездит на ледовые арены. Достаточно выйти во двор, и вот он каток. Из-за систематического прорыва трубопровода, который, к слову, не меняли с 1974 года, холодная вода заполняет всю округу. Вот этот данный порыв произошел 9 числа. Вот. Приезжали, откачают, поставят хомут. Хомут ненадежный. Лопается опять дальше труба, труба чугунная. И в итоге, ну, на ночь дают давление воды. И все. А потом приезжает, опять отключает. В кранах вода редкость, зато деньги утекают из кармана жильцов, ведь квитанции присылают точно в срок. Наладить водоснабжение своими силами КСК не может. Уверяет, что в кассе просто нет денег на эти цели. Горводоканал. Он говорит, сеть Карасу, пускай устраняет сам свои сети. Волга. Волга, сумать пустяк, пузырь. Вот вас, Кашленькин. Кашленькин, отпаем, все. Кашленькин. Однако жильцы не верят в то, что руководство кооператива не имеет средств на капитальный ремонт сети, ведь целевые они платят исправно. Теперь люди намерены пригласить сюда комиссию из жилищной инспекции и работников прокуратуры для тщательного аудита бухгалтерии КСК. Дильмурат Муталипов, Дархан Айтказин, телеканал «Алматы».